Значит, по состоянию на 18 часов 13 февраля практически все планируемые мероприятия выполнены. У нас в стадии выполнения, завершение выполнения остается, это совершение марша группы Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда. Значит, ими развернута барокамера в первом отдельно пожарно-спасательном посту населенного пункта Артыбаш. Разгружено судно на воздушной подушке «Арго», и сейчас оно совершает марш в населенный пункт Яйлю. В течение суток проведено береговое, значит, вдоль берега, и аэровизуальное обследование района, возможного района крушения. Подготовлена посадочная площадка, и в 17:35 местного времени прибыл борт МЧС России с подводным телеуправляемым комплексом «Фалкон». Мероприятие на завтра планируется, практически сформирован план, поэтому все задачи сегодня мы выполним. В общем, группировка сил и средств составляет более 160 человек и порядка 30 единиц техники.